Здорово. Сейчас я покажу фокус, который называется поиск. Итак, для этого мы берем обычную колоду карт. Показываем с двух сторон. Итак, выбираем любую карту. Например, вот это. Давайте. Это у нас значит что тут? Билет крести. Мы берем его, откладываем и засовываем в любое место в колоде. Раз. И накрываем. Никаких брейков, ничего нет. И начинаем мешать. Сразу говорю, можем дать кому-либо помешать. Сколько угодно. Количество засовок не зависит. Итак, берем мы теперь и снимаем сверху и снизу карты. Можно снимать пару раз сверху, можно снимать пару раз снизу. Можно по очереди снимать. Но это не главное. Сам прикол в том, что у нас в конце остается одна карта. Валет крести. Можем сделать по-другому. Мы так будем скидывать карту, в любое время скажет кто-то стоп. Например, так. Стоп. Ложим нашу карту и опять же накрываем. Немножко помешаем. И теперь начинаем снимать. Снизу, сверху, снизу, сверху, 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 снизу. И у нас карта. Валет. Итак, можно это сделать с другими картами. Не знаю, например, следующая какая тут. 5 пик. Мы берем нашу карту, опять же засовываем в любое место колоды. Это можно также делать с картами, которые выберет ваш друг, ваш папа, мама, дедушка, бабушка. Вообще какой-то незнакомец. С этими картами тоже можно сделать. Итак, поехали. Мы берем нашу карту. Так, снимаем. Можно по-всякому снимать, я же говорю. Можно вообще просто вот так вот полистать. Так, снимать. Снимать, снимать. Наша карта 5 пик. Вот такой вот фокус. Если, когда моя группа наберет 150 подписчиков, то я сделаю обучение на этот фокус. Итак, всем спасибо за внимание. Пока.